Уважаемые телезрители, предлагаем вашему вниманию культурную афишу на предстоящую неделю. С 25 июля по заявкам в выставочном центре галереи пройдет мастер-класс по народной кукле «Бабочка». 27 июля в 11 часов в библиотечном филиале номер 5 пройдет обзор новинок «Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето». 28 июля в час дня в ДК села Олени пройдет развлекательная программа «По морям, по волнам». 28 июля в 6 часов вечера на улице Братская пройдет праздник «Морские защитники России», посвященный Дню военно-морского флота России. С 1 по 31 августа в историческом отделе пройдет выставка живописи артемовских художников из фондов музея об Артеме и не только. С 1 по 30 августа в библиотеке имени Крупской пройдет выставка «Реквием. Расстрелянное поколение», посвященная 80-летию Большого террора. 1 августа в 11 часов в библиотечном филиале номер 3 пройдут громкие чтения «День воспоминания любимых книжек». С 1 по 15 августа в библиотечном филиале номер 5 пройдет информационно-познавательная выставка «России славный триколор», посвященная Дню государственного флага. 1 августа в 11 часов в ДК «Любава» пройдут спортивные состязания «Отдыхаем с пользой». 2 августа в 11 часов в Доме культуры «Шахта Амурская» состоится игровая программа «Путешествие по стране дорожных знаков». 2 августа в 12 часов в ДК села Ясная будет показан кукольный спектакль «Три поросенка».